наши площадки не прекращают свою работу, они будут продолжать свою работу, потому что сегодня мы видим, поступает очень много обращений, как от общественных организаций, от предприятий, от граждан города Минска, в которых высказываются очень интересные предложения, касающиеся всех сфер деятельности государства. Мы сегодня будем обсуждать все 5 площадок, те предложения, которые были на них наработаны. Они охватывают, в первую очередь, это вопросы изменения Конституции. Это очень важный момент. Надо очень осторожно относиться к изменениям Конституции, потому что это основной закон государства. В нем прописаны основополагающие направления развития государства, его законодательная база. И сегодня бы хотелось, чтобы мы очень аккуратно и внимательно обсуждали каждое предложение, потому что оно будет касаться каждого гражданина, каждого из нас, и это очень важно. Также будут обсуждаться вопросы развития города. Мы специально инициировали создание такой площадки, на которой каждый гражданин, житель города Минска, мог вносить предложения. Их очень много. Мы также их внимательно изучаем. Мы видим, что это очень важно для города. Мы учитываем все мнения, будем их обобщать и работу эту продолжать в дальнейшем. Я думаю, что это очень большая польза для всех жителей города Минска, и хотелось бы также предложить дальше активно участвовать, потому что нам важно мнение каждого жителя нашего города.